Детей защитить, родителей научить. В Ульяновской области стартовал марафон «Все начинается с семьи». В программе тематические недели с конференциями. Объединяет мероприятие один лейтмотив – каждый ребенок должен быть в безопасности. На площадке, дома, в школе и в садике. Своеобразные лекции для молодых родителей будут проводиться общественниками через интернет-ресурсы. В соответствии с обстановкой по COVID-19 все семинары будут проводиться дистанционно. Скорее всего, это будут онлайн-лагерь, это будут какие-то встречи, конференции, опять же, онлайн-режима. Поэтому я думаю, что здесь нужно быть готовым всем, и все должны идти в ногу. Забота о детях и семьях напрямую связана профессия соцработника. Сотрудники соцзащиты также будут привлечены к онлайн-проектам для родителей, чтобы проконсультировать в тех или иных вопросах. Об этом стало ясно на торжестве в честь их профессионального праздника. Лучших специалистов наградил орденами и памятными подарками губернатор Сергей Морозов. Именно вы олицетворяете государственную систему защиты людей, добросовестно делаете свою работу. Именно вы на сегодняшний день являетесь по-настоящему социальным оплотом стабильности, милосердия, заботы. Тем более, что коллектив у вас большой. Сейчас в региональной соцзащите работает 6311 сотрудников, более 700 из них – молодые специалисты. Для того, чтобы профессионалы трудились в лучших условиях, в регионе переформатируют работу органов опеки и попечительства. Планов предостаточно. Для начала необходимо выделить новое здание для департамента и цифровизировать работу с документами. Также разрабатывается программа отдыха в местных санаториях для работников сферы. Виктория Чиркова, Руслан Баталов, новости УлПравда ТВ.